Wollen wir alles sein. Все чисто, поехали. В Адлере пробки, да? Да. Ну, я смотрел, час 15 ехал. Нормально. Нам там к 10, да, надо быть? Да. Я думаю, на новых модификациях современные Magirus, наверное, уже камеры 360. Скорее всего. Да, удобно гораздо. Я же не могу туда залезть с аппаратом вместе и тушить. Угу. А ты при этом не можешь ей управлять. Ну, по сути, да. А камера только спереди. Ну как? Я же могу и сбоку подать ее. А мне не видно, если ни хера. Я, знаешь, что смотрел? Розенбаум, короче, представили на своей, ну, официальной странице в группе в Инстаграме тренажер. Короче, человек надевает очки, вот эти, виртуальная реальность, понял? И отрабатывает, ну, вот это, лестницы. В принципе, теоретически, он даже может, ну, на пожаре также управлять. Понял? Джойстики, очки одел, камера передает ему на очки, все, он все видит. В Краснодаре есть просто тренажер, как. Ну, понимаешь, одно дело ты там... Тренажер этот, да, там L50, а здесь ты прям можешь, ну, полностью там. Это круто, когда он в 3D. Да, то есть ты можешь, считай, реальную обстановку полностью ощутить. Да.
адлерские пробки. Может, можно чем гордиться. Любуйся на море. Тревога, вон украл зайчат. Была группа экстренного реагирования в 6-й части. Провели, получили информацию, что на 4-м этаже, на 3-м этаже условного сгорания мебели порядка 70 квадратов. Значит, выдвинулась, эвакуация прошла, предварительно 15 человек эвакуировано. Значит, к месту направлены силы средства, подъезжает 19-я, 35-я часть. Вижу задымление с окна 3-го этажа. В здании находятся, предположительно, на 3-м, на 4-м этаже люди. Установил АЦ-2 на гидрант, прокладываю магистральную линию, подготавливаю два звена. Один на поезд, другой на тушение. Естественно, проехала КПП, СПТ проехала КПП. Вот много он сказал. Да.
кто? Это кто? Давай, Сань. Давай, давай, вверх. Да. Так, так. Нет. Еще чуть-чуть. Дело не страшно? Так. О, понял. Так. Пойдет? Да. Зайдет он нормально? Зайдет. Давай, держу. Аккуратно. Ага. Так, все, держи. Все. Закрыли. Сейчас он на этот, на бетон положит и выйдешь.